Close your eyes. Hear the bell speak to you. The bell's chime will stir your thoughts and awaken old memories from their slumber. Интересно, что это за воспоминания? 3 года назад. Так, это нас вернуло в прошлое, то есть нам... Ага, мы даже будем бегать в прошлом. Понятно, нам просто показывают историю, что же произошло. Три года на поместье Хирата. Ладно, короче, в общем, все как всегда запутано, да, сюжет. Но более-менее нам сейчас рассказывают историю и что произошло 3 года назад. И, кстати, Волк уже говорил господину Кура о том, что он не помнит, что произошло на той битве. На какой, неясно. Вот, поместье Хирата. Уже разговор был про это. И поместье, по ходу дела, горит. И куда идти? Как мне тут спуститься-то? И даже крюк не за что зацепить. Я не думаю, что если я спрыгну туда вниз, я выживу. Ну, где-то ты должен быть. А, вижу. Нашла. Я так попробую вовремя включить крюк, когда летишь. What happened? Thieves. Hirata estate. You must... Вот божественный наследник, это у нас господин Кура, которому мы служим. Почему они все его называют божественный наследник? Мне это, в принципе, не очень понятно, но будем ждать дальше. Будем ждать разъяснений и объяснений всего этого происходящего. Эмблемы духа. А, то есть использовать сюрикены в своем протезе я могу только в том случае, если у меня есть эмблема духа. А эмблема духа у нас, по-моему, приобретается вот за эти трофеи, которые мы собираем с трупов. Ладно. Волки? Он не попал. А, и у меня был только один, да? Этот. Эмблема духа, чтобы я могла использовать сюрикен. Я промахнулась. Ну, я просто хотела испробовать, что это. Да блин. Они сами-то по мне попасть никуда не могут. Ну, по крайней мере, нужен только один удар. Для того, чтобы убить волка. И, кстати, с трупов еще что-то добавляется. Пока мне непонятно что. В общем, много всего. Он подмогу, скорее всего, звал. Типа, мол, здесь враг. В общем, здесь много всего. Много каких-то... Полно всяких предметов. Соответственно, скорее всего, много умений. И модификаций для этого протеза. Ну, в общем... Разбирайся, да не разбирайся. Замудренно немного, честно говоря, но, в принципе, это пока что это не портит всей сути игры. Для меня
лично просто немного портит суть игры, это управление. Но не в том плане, что здесь плохое управление, нет. А в том плане, что оно просто лично для меня не очень удобно. Так, по мне кто-то стрелял. Кто это был? А там нет никого. Ладно. Так, идол резчика, хорошо, я уже такое видела, что ты нам даешь? Получение навыков, так, а, вот оно, отдохнуть есть. Так, эмблемы духа, навыки, стиль шиноби, атака вихрь, контратака. Ну допустим. Карма шиноби тела дает навык отражения атак в прыжке. Карма шиноби повышает максимальный запас эмблем. Вот, вот это мне надо. Все, да? А, ну да, у меня больше их нету. У меня их было 3, по-моему, или 4. Так. И вот они, эти эмблемы духа. Я могу их покупать за трофеи, брать, вернее, получается так. Угу. Ну, более-менее, в принципе, понятно. Убивая, заполняется вот эта шкала, благодаря которой мы можем улучшать навыки, ясно. Трофеи, которые мы собираем с трупов, они нам для эмблемы духа. Это нам позволяет пользоваться модификациями, которые есть у нас в протезе. Короче, чтобы использовать одно, сделай другое и найди третье. Ладно. Вот, про что я говорила, да, про управление самой игры. Я не говорю, что управление плохое или боевка здесь хреновая. Нет, она не хреновая, она просто неудобна лично мне. Потому что я в Dark Souls не играла, и в такого рода игры, где атакую, блокирую, атакую, тоже не играла. Поэтому мне местами неудобно. Сейчас более-менее я приноровилась, хотя не до конца. То, что приходится уклоняться от атак и получать в спину, вот так вот. Да. Это что было? Он мне... Что он сделал-то? Почему я не могу его атаковать? Ни хрена себе. Ну вот. Это просто лично неудобно мне, и все. Ну... Все познается в практике, поэтому играем, привыкаем. Хотя у меня есть еще полно игр, которых надо пройти, но я всегда начинаю только что вышедшие игры, чтобы посмотреть, стоят они того или нет, чтобы их проходить или нет. Поэтому пока что я думаю, что Секиро можно продолжать, посмотреть, что будет дальше. Ну и, соответственно... По пути играть и снимать еще другие игры, потому что у меня Metro Exodus еще не пройдено. До конца Devil May Cry тоже из новых. Ну вот. Но я это пройду. Да, обязательно. Metro это уж точно я пройду, потому что мне интересно, чем все закончится. Devil May Cry тоже. Блин. Стреляют. Так, у меня 4 духа есть. И я могу пользоваться своими сюрикенами. Так, трофеев довольно много.
И сказала бы я, конечно. Хрен идешь это так. Вот ему вообще плевать, то, что ты уворачиваешься, да, и уже, в принципе, далеко от его удара. То есть он, по идее, своим мечом и не должен был до тебя дотянуться. Но не, нифига, урон ты все равно получаешь. Не сказала бы я, что сюрикены довольно сильно наносят урон, много, но... Ну, это, в принципе, неплохо. Это заменяет лук, потому что ты можешь его с расстояния, кидать эти сюрикены. Не обязательно тебе подходить для ближнего боя. То есть ты часть, полжизни можешь сюрикеном снять, а потом просто прыгнуть и нанести смертельный удар противнику. Интересно мне, какие еще будут модификации для протеза, кроме сюрикена. Он забрать бы его лук? Я не могу забрать его оружие. Здесь не дает такую возможность. То есть просто что-то собираешь с его трупа, да, а вот оружие там, допустим... Ну нету, короче, лута обычного, как это бывает в большинстве игр. Хотя лук бы мне пригодился, наверное, больше, чем сюрикен. Графика здесь, конечно, такая, в плане лиц и персонажей довольно грубая. Ну, блин, серьезно, я бы даже сказала. Да блин. Ну да, два сюрикена, но у него и полжизни было. В принципе, двумя сюрикенами там реально можно снести ему полжизни. Ладно, будем знать. Так, надо отхилиться чуток, а то не дай бог у меня здесь будет. Не хочу использовать просто это воскрешение, потому что когда умираешь, срабатывает воскрешение. А потом, когда ты умираешь, ты появляешься в храме резчика. Тот, кто делает скульптуры. Я не знаю даже до сих пор, как его зовут. А здесь не подписывают имена. Ну, походу, сделал все. Но здесь я имею в виду. Больше я ничего интересного не нашла, что мне могло пригодиться. Да и... Он песком, что ли, мне в глаза кидает, потому что он закрывается и... Не атакует. Ну, такое ощущение, что да. Да блин. Ты что такой сильный? Не могу по нему попасть нормально. По мне атака проходит вообще на ура. Как всегда, собственно. Блин, управление все равно немного тяжеловато к нему привыкнуть. Потому что он не всегда запрыгивает туда, куда надо. Он еще какими-то банками в меня кидается. Какой-то антибаф он меня кидает. Такое ощущение. И вот до сих пор я не знаю, куда мне вообще здесь шагать надо. Those worthless bastards. Hello. You are Shinobi, if
if I'm not mistaken, takes the shinobi axe from the temple and split their skulls wide open. Please. Ладно, это было его последнее желание, вернее, последняя просьба. Ну, раз он так этого хочет, то... Тем более мы шиноби, мы должны выполнить это. Хотя мы служим одному господину, которым является для нас Кура, поэтому мы выполняем его желания и прихоти, а не кого-то чужого. Хотя, не знаю, я не очень много знаю про кодекс шиноби, если это можно так назвать. Ну, просто... Судя по тому, что здесь рассказывается, как здесь предоставляется история, то мы выполняем поручение нашего господина. И мне все равно до сих пор убивают эти громадные курицы. Причем они агрессивно настроены. Они, если довольно близко к ним подходишь, они, блин, атакуют тебя. Вот, в принципе, как сейчас. Меня убила курица, твою мать. Причем у нее была такая, атака из трех ударов, блин. Комбо, короче. Курица совершила комбо и убила меня. Охренеть! Не знаю вообще, нафига я пошла их сюда убивать, потому что... Ну, ладно. Больше воскрешалки у меня нету. То есть, если мы сейчас умрем, то мы умрем и вернемся в храм Крещику. А это хреново. Ладно. Так, понять бы, куда идти, блин. Где я еще не была? Так, здесь я не была. Enough! We don't take from Buddha. How many times do I have to tell you before it sinks into your thick skull? Please, don't get angry at me, boss. I'm sorry my skull's so thick. Я же не виноват, что глуповат. Да нет, ты виноват в этом. Ты не должен быть глуповат. Я же не виноват. А кто тогда виноват? Так, еще... А, мы их уже подслушали. Угу. Легкий кошелек. Угу. Так, ну тут чувак стоит. Уже не стоит. Ага. Ладно, по ходу дела, здесь основная фишка, ты просто шарахаешься по локации, в которой находишься. Собираешь какие-то полезные вещи, короче, убиваешь здесь всех, кого только можно, набираешь вот эти очки для умения, потом идешь в храм Крещику, где вот эта вот статуя идола, речка, ну или где-то ее здесь находишь, потому что она должна быть, учишь умения и все. Я думаю, что там больше нет никого. Красиво было, очень красиво, я бы даже сказала. Ну и я тут же получила урон. Угу. Отхилиться мне нечем, по-моему. Сейчас посмотрим. Ладно, попробуем. На, повезло. Я думала, он нас сейчас опять атакует, и наша атака не пройдет, потому что я вовремя не заблокировала. Так, открыть не могу. Ладно, может быть я... А тут что? Там кто-то есть. Но он, походу, дела не этот.
Не будет меня атаковать. Hey, good sir. Are you a looter too? Good sir, you look like a shinobi, I think. Are you looking for something? Well, in any case, I found this place first. Hmm? So, keep your eyes peeled out there, huh? And, you know, don't let the door hit you in the... Oh, by the way, while I was on my way here, I saw a three-story pagoda on top of some cliff. It was a fine pagoda. Really fine. I bet there's some kind of treasure kept in there. Gotta be. That's what I think, at least. Какое-то сокровище. Непонятно, о чем он вообще говорит и где она находится. Так. Туда интересно. Ну, блин, дорога туда вроде как ведет. Можно, в принципе, сходить, посмотреть, что там. Статуэтка Дзидзо. Выражение родительской любви. Что умерший младенец покоится с миром. Довольно грустно. Но это все, ради чего нас сюда привела эта тропинка. Все. Ясно. Здесь больше нет ничего интересного. Надо идти туда. А жизни нифига. Ну ладно, хрен с ним, умрем, короче, ничего страшного. Начнем. Но заново мы не начнем. Умения вроде как ты выучил и выучил, они у тебя остаются. То есть ты просто телепортируешься в этот, в храм. Что это такое? You're the young lords. Ну да. Honorable Shinobi, those filthy bandits are after the young lord. They've already climbed the hill and set the estate on fire. It looked as if the young lord had no way to escape. I beg of you, Shinobi, please rescue the young lord. I entrust this to you. I pray it is of help. Thank you. Так это поместье Кура получается, Кура Хирата. You're the young master, Shinobi. Yes. What good are you? You were nowhere to be seen when things went south. Wait, tell me you didn't lead them here yourself. The timing of their attack was perfect. Normally those bandits wouldn't have stood a chance. Yes. Yes, it had to be you. I hope you die, traitor. Не, мы не могли такого сделать. Я понимаю, что... You're the young master, Shinobi. Yes. What good are you? Ну ладно, он, короче, мне говорит то же самое. Я понимаю, что он не помнит, скорее всего, именно эту битву, но не могли же мы бы оказаться предателями и позвать этих воров сюда, хотя мы служим этому молодому господину и обязаны его спасать и помогать ему. Почему он считает... Интересно, что это он делает? Почему он считает, что это мы? Ладно. Короче, чем дальше, тем все страньше и страньше становится, блин. Ладно, надеюсь, нам расскажут. Постепенно, но нам расскажут, в чем же все дело. И зачем же им всем нужен молодой господин. Зачем он им нужен, интересно? Причем они называют его божественный наследник. Что тоже мне непонятно. А, блин, все, закончились, да? Больше не могу, ну ладно.
А статуи идола здесь нигде нет поблизости, чтобы мне, по-моему... Только она дает мне возможность. В инвентаре я, кажется, не могу это сделать. Ну ладно, хрен с ними. Попробуем разобраться с ними своими силами. Ну, если нет, ничего страшного. Умрем. Так умрем. Все равно особо ничего не потеряем. Ну, а они, получается, не идут сюда. Вот я убегаю и все. Скрываюсь из их вида, и они... А, нет, идут. А в прошлый раз они вернулись. Или они просто не заметили меня? Вот, возвращаются опять. Типа, потеряли меня из вида. Блин, как же не хватает сейчас сюрикенов этих. Ну ладно. Так, идет один, да? Другой, по-моему, вернулся. Ну, ладно. Мне и надо было, в принципе, их разделить, чтобы с ними справиться. А, вот как. Хрен пробьешь. Через щит. Вот так вот, да? Ладно. Мне же надо просто пройти. Не обязательно же их убивать, просто скрыться из их вида и все, и они не будут меня атаковать. Потому что они меня потеряют. Так, а там еще дофига народу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, я нечаянно упал. Ну ладно. Да блин, я хотела перепрыгнуть, а получилось так, что я просто тупо свалилась с этого здания, и меня заметили, и в общем, получила я огненной стрелой в спину. Ладно. А, блин, те, которые я не потратила... Вернее, те, которые я сейчас собрала, они у меня все трофеи, все пофукались. Ну, потому что все эти... Короче, они все недоступны. Ну, я уже все потратила, ладно. Все те, кого я убила, они сейчас возродились. Соответственно, все те трофеи, которые я с них собрала, они у меня минуснулись. И поэтому мне придется сейчас идти и опять убивать их. Ладно. Не, я пока не пойду туда. Это уже будет в новой серии, я думаю. Сейчас, короче, посмотрим. Я просто не стала записывать, как этот, как я снова их проходила и набирала все эти трофеи. Почему недоступно? А. Мне снизу тоже надо выучить, чтобы это было доступно. Ясно? Нет. Все, я поняла. Угу. Выучить все вот эти, и только после этого я смогу выучить конечную. Хотя не факт, что это стиль шиноби, и что-нибудь там будет дальше. Так, в общем, отдыхаем, да. И в следующей серии уже идем дальше и смотрим, куда нас это приведет, потому что мы все еще в прошлом, и сейчас все еще 3 года назад.